Даже помню запах кожи мальчика. Это считается чувством, да? Вызывает просто невероятное чувство. Отсюда вот пару ее слов даже в чате. Уже просто... Ну, это когда ты позволяешь человеку быть таким, как он есть. И тебе именно это нравится. School of love, and you're my favorite flavor. Love is all my soul. You're my playground love. Йод в легких, кислота в желудке. Жгут в запястьях. Кеви Чутяныч, вы просто разом вдаваетесь и все відчуваєте, що один один. Когда чувствуешь, что тебя шевелится сердце, да, на самом деле не очень приятно. Ощущение это как, наверное, хоть я наркотик не пробовал, но что-то, наверное, очень похоже. Yeah, no matter, I'm on fire. Начиная от пальчиков на ногах вот так вот наливается чем-то таким приятным, теплым. Это такой, даже не знаю, как розовой водичкой такой приятный, так мне боль в башке, и все это тебя переполняет. И ты даже не веришь, что наконец-то это случилось. Эйфория, восторг. Кстати, даже эйфория, восторг в ожидании встречи, в ожидании человека. А потом такая гармония и спокойствие, тишина. Мне кажется, я очень много молчу. Не знаю, бабочки. Бабочки в животе. Ну, такое часто бывает. Да и вообще, невозможно описать это словами, это только чувство. Бред какой-то, да? In the time.